22 июня 2022 года. Приморск. 8:30 вечера. Центр. Ну, понятно, что центр. А народу дофига. Аж нифига. Вон сколько детей на площадке играется. Фонтан какой крутой. Работает. Да, работает, главное. Магазины прям, что, открыты. 8:30 вечера, курортный город. Вон еще сколько детей играет на площадке. Площадка, конечно, суперская, но главное, что детей на ней много. И вон тут какой ремонт у нас уже сделан. Наверное, что кто-то колонку хотел себе, там, наверное, сабвуфер хотел поставить. Наверное, не удалось. Завтра доделают, наверное. Тут он тоже хорошие товары, наверное, продаются сейчас. Но мы сейчас не зайдем, там людей много. Вон еще магазин один. Вон там центр. На лавочке сколько людей там, видите, прям. В беседке еще сидят люди. А вот тут кафе. Кафе прям работает. Да, работает. Правда, вход только в масках. Вот там еще дальше. Вот. Вон еще. Типа кафе. Сколько людей. Очередь прям. В парке на лавочках много людей. Сережка-блогер. Азы. Вон там. Еще. Еще. Сейчас мы посмотрим, сколько там людей. Наверное, что ВТБ очередь большая. Ага. Ну да, главное, что ВТБ работает там. Все нормально. Вон там еще. О, аж один человек на лавочке сидит. Вот это плохо. Нормально, точнее, неплохо. Вон там, ну, понятно, самый главный атрибут, что у нас есть. Вон там флаг освобождения. Нас, в принципе, освободили. Главное, чтобы никто не услышал. Не хотелось бы окопы поехать копать. Ну, короче. Ну, как бы, мы поняли, от чего нас освободили зато. Нас освободили от всего. Ну, зато он ребенок бегает один. Там еще сзади родители. Вон, смотрите, сколько людей в парке ходит. Ну, так ты шо, прям до физища. Ну, да, он сцены нормальные, ты шо. Короче, вот такие дела у нас.